Так, а куда ехать, я не пойму. В Ковалу? На Митчелла по карте. На вот Митчелла слева на поле. Какая форма? Кто-то взламывает мое жилье, алло. И что теперь сделать? Прямо, прямо. А меня кто-нибудь в чувство приведет? Князь, направо, вон, видишь, метка. Да я не вижу, какая именно метка. Ну, этот ромбик. Помогите, видишь? Пожалуйста. Блять, тут одни сплошные ромбики. Вот именно справа, который самый... На карту нажми, там ники написан. Вот, сейчас мы к нему едем. Егерь, это где? Внимание, вон домушник, мужики. Так, идите убейте дом. Лучше домушник, это мой дом. Сейчас надо доехать, чтобы оружие взять, или как? Играть в Рэмбо. Такой егерь, а вы только что товару забрали, твой дробаш, возьмите и просто сказали, каким? Нелегальное оружие тебе ставили, дробовик. Егерь, алё. Ребят, вас нашли, поймите. Куда егерь делся? Боженька видит все. И его поведение Боженька тоже видел, и как бы будет очень судить его строго, я думаю, то, что он сделал. Будет очень как бы, плохо. У тебя же дом рядом, Крэм. Строго, ребят. Ой, князь. Какое вы то, что... отпустили его? У него была возможность вас убить, так? Да, у него было. Он вас убил? Три. Так? Тихо, так. На него было направлено три ствола. Нет, он не нас не убил. Ну, его убили. Ствола. Ну если... Его убили, если бы он всех троих убил, тогда базару не было бы. А так базар есть, потому что его убили, потому что у него не было ни одного шанса сделать то, что он захотел. То есть это как бы... Не было ни одного шанса, он минус два сделал, когда вы втроем на него стволы наставили. Не суть, видать, вы такие плохие, я ну, похитите... Короче, я понял, все, разговор окончен. Такое правило, вы его отпустили, у него было оружие, вы не могли его... О каком правиле ты вообще говоришь? Какие правила? Ты где находишься? Умрет? Поехали. Забери. Не базарьте вообще, не разговаривайте. У вас запись этого есть или что? Отправляйте на... Я говорю, у тебя пушка есть, твои домушники, мой дом. Какие правила? О чем вы вообще говорите? О чем вы говорите вообще? Законы. Вы, походу, вообще неадекватные какие-то. С вами никто разговаривает. Да все понятно, хрен на них. Вы не знаете законы? Меня слышали? Да, сейчас. Там это ломают дом. Дом ломают, Тёмыч, он вообще открывает. Там мне вообще нечем ходить. Уже когда ломают? Беда. Так это интересно, мы тут разбираемся. Ты где-то кричишь на заднем плане. Все, сейчас услышал, сейчас поехали. Занять это куда? Я не с ними, я так проходил. У тебя же там две пушки, да, одну пушку по-моему. Поехали, поехали на Тёмыча дом. Я вам одну из тоже скажу. Давайте, загасите эти. А ты уверен, что это твой? У меня пушки нету вообще. Да, мне пишут. У меня есть пушка в машине белая. Мне уже второй раз говорят, это они вторую дверь уже взламывают. Они кончены, они вообще, наверное, не читали это самое. Да они вообще невменяемые, с ними по-человечески пытаешься, они, блядь... Так там пиздюк какой-то вообще пиздил, блядь. Блять, колеса соскочили, Джексон, у тебя ну, ключи что ты есть? Делаешь, там, блин, Василий, ну ты посмотри, что делает, а? Просто берет фонарик специально. Посмотри, ну вот это пацаны прилипли, просто в зал взорвал специально, я все видел. Капец, и сами взорвались, блядь. Они, прикинь. Заберите просто именно пидорас.